Всем привет, мои дорогие, всем привет! Вован на связи, сегодня также продолжаем гонять, перевозить грузы, смотрим слева никого, справа никого. Кстати, сейчас вообще, по-моему, не лагает, давайте возьмем груз, что ли, какой-нибудь, чтобы просто так-то не кататься, да? Я думаю, фар надо включить. О, ты. У меня, кстати, даже на компе лагал, ну, Евротрак Симулятор 2, когда я включал фары иногда, ну, потому что комп, наверное, не сильный. Вот. Так что, так, окей. Посмотрим, что нам могут предложить. Показать, да, показать. Так, 7 часов 30, 23 тонны, весит 1800. Ну, 23 тонны это тяжелый груз. 1840, это 1500. 338 километров, 390 километров, 390 километров. 1775. А, и дальше мы не можем, потому что нам требуются уровни. Угу. О, кстати, 1800, 383 килограмма. И всего 9 тонн. А ну-ка. Да, я хочу получить эту работу. Угу. Тяжелый груз, нормальный груз. Нормальный. Так. Ну, поехали. Будем сейчас парковаться. Так, окей. Все, думаю, достаточно. Так. Угу. Ну, вроде я вижу, как надо. Ну, я думаю, сейчас разберемся. В смысле, малый запас топлива? Вообще бензина нет? Угу. Кстати, вообще бензина очень мало. Ну, вроде все нормально заехали-то. Сейчас соединится. Угу. Окей, посмотрим, как это выглядит отсюда. Ну, неплохо. Такой большой. Кажется. Он на самом деле маленький. Так, ну с бензином, конечно, проблемы. Окей, нам надо ехать направо. Чё? А, не открылся. Окей, окей. Давай по правому с поворотниками все дела. Так, окей. Что-то. Ну, просто не хочу телефоном наклонами играть, да, сейчас. Потому что я записываю через наушники. Вот, и не хотелось бы, чтобы что-то мешало. Вот. Но заправку нам надо найти. Потому что топливо кончается. Топливо кончается. Зеленый нам направо. Ага. У меня грузовик до сих пор аркадный. Я не менял ничего. Окей, рулится он как аркадный, конечно, но... Ну ладно. Кстати, а кто вот в реальной жизни катался на грузовиках? Пишите в комменты, я считаю, интересно больно. Тяжело? Нет. Вот я ездил на тракторе. Вот. Ну, конечно, это все равно не те габариты. Трактор, ну, чё-то. А вот именно КамАЗ, фура... Как вам такие вот махины? Нравится? Не очень. Хм. Думаю, для того, чтобы газ не держать, мы можем с вами сейчас... Вот видишь, как закусывает. Вот это вот классно, то, что реализовано, но если что-то произойдет, вот это не классно. Давай сейчас поставим круиз. Так. Я, кстати, ставлю. Ага. 70, 80, 90. Опять сносит. Ну, потому что это я просто рулю кос-криво. Давайте поставим круиз. А, он больше 125 не дает круиз поставить. Скинуть дает, а больше 125 не дает. Ну ладно. Судя по всему, эта машина должна так ехать, но мы знаем, что ее можно до 160 разогнать. Так что ничего страшного. В том зеркале все нормально, в этом, ну, тоже относительно. Сейчас на такой скорости завернем. О, все в порядке вещей. Так, рулем, конечно, не больно легко управлять, но ничего. Приловчиться можно. Больно право держу. Слева никого нет. Уступи дорогу, мы вообще уступаем всем. Ну вот, нормально. Так,
Разгоняется, что ли, потихоньку? Да, потихоньку разгоняется. Ну, слушайте, неплохо. Вот еще бы писала остаток километров, сколько мы уже проехали там. Например, да? А он, блин, не пишет. Вот обидно. А как думаете, вот где вот тут снизу цифры? 57, 58, 59. Сейчас вот, ну, возле где там 12-й передачи написано. А, это, то есть, расход в данный момент, что ли, показывает? Или километры? Наверное, расход ведь не может так быстро метраж сокращаться, правильно? Ну, я так думаю, да. У меня, кстати, картошка жарится. Надо будет проверить, как она там. Минутки через три. Надеюсь, мы доедем до того места. У нас вот именно серии по этому вот виду игр спокойные такие, непринужденные. Но потому что, а чё, это не гонки, чё тут без каких-то сильно выраженных нас подрезают эмоций. Все спокойно. Так же я, который подрезает автобус. Угу, спасибо. Не, нельзя, блин, больше. И чё, вот сейчас скорость станет 125 км в час. Дальше я беру газ в свои руки. Опа, заправочка. Нам надо такую. Угу. Нам надо. Первый раз тут, по-моему. Остановите двигатель. Наполнять. Последние деньги, что ли, дадим? Ну, платить. Куда деваться-то? Ну, поехали. Блин, за орехами. Да, это расход, похоже, в данный момент. Видите, там что? Тоже пишет. Нет никого, поехали. Хоп-хоп, хоп-хоп, хоп. Все, да стой, нормально вырули. Все, нормально, нормально. Теперь полный бак, можно не переживать ни за что. Круиз включаем, поехали. Вот, красота. Не знаю, полностью вам путь показывать, не полностью вам путь показывать, как груз переживет, то может. Вот, сигналим о том, что вам скучно там. Ну, хотя, может быть, истории рассказывать какие-нибудь из жизни. Будет интересно довольно-таки. Едем без света. Ужас. Как я мог забыть об этом? Ладно. Все, подсветка, все дела есть. Все как надо. Все как надо. А вот как узнать, сколько еще километров у вас? Кстати, вон деревня. Довольно-таки классная. Вот слышно, как грузовик едет. Там. Тут, ну, туда не знаю, наверное, не съедешь. Потому что этот не даст графику. Поехали, чё. Поехали, поехали. Лезу орехами. Чё, так. Вот опять он зачем он смещается на нашу полосу? Никто мне не скажет. И так ехать трудно вот на руле. О, дождик начался, нифига себе. Офигеть. Я первый раз сейчас буду с дождем. Ой-о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 й. Покрытие, кстати, скользкое становится заметно. Прям хорошо ощущается то, что оно скользкое. Так. Вот видно, как даже, ну, пытается имитировать следы от дождя. Покрытие стало сырое, видно. Я имею в виду от дворников, которые вот идут хоп-хоп, вот видно вот эти остаточные. Тут тоже домики стоят, ну, прикольно.
0 километров из 383. Ну, короче, видимо, тут не показывает, сколько ты отвез. Еще если не доработали. Окей, тогда давай посмотрим. Это. В чем прикол? Рефлексии дождя в реальном времени. Сейчас посмотрим, какая разница. И какая? А, то, что дождь сейчас как бы зациклен, он одинаковый. А если дождь вот так вот сделать, то он не зацикленный, да? Он разный, что ли, типа? Да вроде нет. Давайте посмотрим, тут как. Ну, конечно. Ой-о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 й
по-моему, кого-то подрезали. Но меня это не особо волнует, если честно. Ладно, вот высокое качество дождя. А с низкое качество дождя. А, как какие-то капельки там вообще непонятные. Ну так, конечно, да, так по атмосфернее, конечно. Да, уж чё, ну, чё... Правда, то правда. Но в дождь, во-первых, в дождь 122 километра в час ехать вообще уже ничего хорошего. А мы к тому же на фуре, который весит несколько тонн. Так еще и за нами прицеп, который 9 весит. И мы, наверное, в сумме тонн 15-16 либо даем. Ну ничего, я сейчас возьму газ в свои руки. Ну и поехали, чё, куда деваться? Хоть не знаю, опять что ли будем этот груз вести очень долго? 400 километров практически ехать-то. Вон уже скорость падает. Сцепление с дорогой, все, тю-тю. Вот, кстати, видите, в воде отражаются эти, как елки, деревья. Это действительно здорово. То есть вот этот моментик проработали, конечно, конкретно. Ну, видно, что пытались постараться сделать качественную игру. Ну, как на компе прям. Ну, в принципе, что-то похоже на Euro Truck Simulator 2 у них удалось. Вот, даже навигатор красненький. Ну, в общем-то, здорово сделали, я считаю. Очень здорово. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. В дождик еще так. Красота. А чё это я газ нажимаю, у нас же это включен. Я, наверное, столько в зеркалах, вот если посмотреть. Если посмотреть, я в зеркалах я столько людей вижу, подбил. Ужас. Прям кошмар. Ну серьезно, вот так вот целую серию ехать, наверное, ну, многим, наверное, скучно, хотя кто-то любит. Наоборот, спокойно вот эти езду размеренную. Вот, блин, завтра выйдет, сегодня 29 число. Ой, ХП глюкоз снеслось. А, кстати, у нас персонаж скоро захочет спать. А, у него бодрствование около 60% скоро. То бишь завтра выйдет этот, как его, игра. Хаслнула. Ну, в общем, Радмир, это КРМП, да, та же, на телефон, именно на iOS. Ну, на Android понятно, там КРМП и так можно поиграть. А на iPhone это будет первое. Короче, сам первый, грубо говоря, на iPhone. Вот. И наконец-то можно будет затестить, поиграть в КРМП на телефоне, кроме компа. И это вообще здорово будет. О, опять ферм какие-то. Вот завтра, значит, будем играть, обозревать. Там жизнь бомжа с нуля. Как выжить в реалиях Радмира, да, там контейнеры, которые. То есть это от разработчиков Радмира. Вообще классно будет. Ты считай, там тем же дальнобойщиком можно работать. Ну, в общем, все знают, кто играл в самп. Там я вот маленький тоже был, играл в самп очень часто. Бензин опять куда-то ушел. Ну, хотя, с другой стороны, это фуру, что я хотел.
Там, наверное, на запуск только литр уходит. Может, больше. Я не знаю. Ну, соляры, точнее, нет, навряд ли на бензине. Хотя, я знаю, даже на газу есть какие-то. Навряд ли, конечно, так. Но все равно, все же. Пытаемся. Только я не знаю, когда мы его довезем. Вот, смотрите. Куда? Блин, вот зачем я нажал? О, я знаю, как легко сменить погоду. Вот так вот. Погода сменилась. Значит, не хотел сменять погоду. Ладно, окей. А сколько проехали? Так и не кажется, сколько проехали. Жалко. Жалко. Ну ладно, чё. Ну давай разгоняйся. Телега. А, он. Типа я медленно еду, и поэтому не дает мне раз. В этот раз выбрать. Понял. А, я понял, машина как загрязняет. Смотрите, у нас, видите, окна грязные, у нас только чисто окна возле дворников. Ну, точнее, где мы чистили дворниками. А окно мое, окно боковое грязное. Вот так вот машина загрязняется. А, ну вот и видно она, что она загрязнилась. Снаружи также. То, что место с дворниками чистое, а сама она грязная. Видно, видно. Все окей, вообще. Без претензий. Игра. Огонь. Физика, огонь. Все, дело по делу. Все как надо. Когда только приедем, непонятно. Ну, я думаю, скоро приедем. Ну, я думаю, надо обрезать, а то чокнуть тут слушать. Ну что, ребята, вот мы подъезжаем наконец-таки. Надо будет после постановки груза помыть свою бричку. То она очень сильно заморалась. Даже вот видно отсюда. Да в смысле тормоз? Кошмар. Мамкин водитель. А, там еще можно назад проехать. И еще можно, но нам не надо. Но вперед. Да. Такое. Ждем. Вот такая, видите, какая черная-черная машина. Грязнулька моя. Ну, а сейчас не будем парковать. Да, пропустите, ну, что, сколько... Наказание за что-то там. Минимум второго уровня. Суммарно доход 933. И заправились мы, блин, на 600. Доход 300, короче. А, 150 вообще. И что тут за 1800? О, за 2000 можно что-то взять. 369 килограмм. Ой, метров. А, 2, 15. 365 километров. Уровень 30. Ничего себе. Понял. Ну, нам вроде вот... О, вот это вот можно, чё. Да. Всё, в следующий раз повезем вот это вот. Вот это вот повезем. Да. Всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока, друзья. Всем удачки. Вот так как-нибудь скрин сделать, да? Все будет, нет? Как думаете? О, вроде все. А что это режим питания? Что такое за режим питания? Никто не знает. А, и цвет, видите, где падает ток, где чистое стекло? Что за режим питания? Свет вот теперь включился в кабине. Вот видите, свет включился. У нас вон ободранное сиденье. Прикольно, кстати, сделали. Так.
Что за Power Mode-то? Ладно, я не понял. Всем удачи, всем пока-пока.